Вот он, образ, который я выбрала на Новый год в этом году. Это такой образ немножко снежной королевы какой-то получается. Я понимаю, что это совсем нестандартный образ, потому что все обычно на эти праздники красят яркие губы. Но, если честно, мне этот образ немножко уже приелся. И даже как-то кажется непрактичным, потому что новогодняя ночь это предполагает шампанское, закусочки, еду, застолья, тосты. Поэтому, мне кажется, красные губы — это совсем неудобно, непрактично. Поэтому я решила сделать акцент на глазах, а губы сделать такие понейтральные. Да, чтобы даже если они сотрутся, ваш макияж будет почти таким же целым и красивым. Ну что, приступим к макияжу.